Айдарбек Рысбек начал осень с перемен. То ли подавшись смене сезона, то ли поддержав Камша Жолдыбаеву, с прошлой недели работающий без продюсера, Айдарбек тоже ушел от наставника. По словам продюсера Жанны Абуовой, расстаться с артистом пришлось по дисциплинарным причинам. Также покинула центр и Айгерим Ботабекова, теперь уже бывшая участница дуэта Тауан. Напомним, группа была продюсерским проектом Тауикеля Муслима. Дальнейшая судьба дуэта, успевшего снять один единственный клип, неизвестна. Следим за ситуацией.